Очередная победа футбольного клуба «Нарт» над командой «Владикавказ» состоялась накануне в Черкесске. С первых минут матча чувствовалось напряжение и обоюдное преимущество встречи. Каким стал счет и какие игры еще впереди, расскажет Альбина Курочинова-Кенжева. С первых секунд матча чувствовалась борьба. Атаковали и наши, и соперники. Были голевые моменты у обеих сторон. Команда из Владикавказа находится на 5-м месте в турнирной таблице. Футболисты неплохо себя проявили, и весь первый тайм прошел в напряжении для команд. По нулям игроки и судейство уходят на перерыв, чтобы с новыми свежими силами вернуться во второй тайм. Болельщики не унывают, а ждут красивых голов. Я болею за «Нарт». Почему? Потому что она моя любимая команда. Скажи, пожалуйста, а ты не огорчился, что не было никаких голов? Не, «Нарт» на наш втором тайме выиграют. Вы за кого болеете? За «Нарт», за наших. Ну, а вот то, что не было голов, это вас ничего, во втором тайме забьют. Чуть не додавили, а так все отлично. Отличный профессиональный футбол. Как вы думаете, будут голы во втором тайме? И не один. За кого вы болеете сегодня? За свою команду, конечно, за «Нарт». Ну как вам первый тайм? Отлично, было три голевых момента, один, правда, отменили. А скажите, вас не огорчило, что не получилось забить? Нет, еще будет второй тайм. Ждем так. У нас будет победа. Напряженно все, ё-моё. Ассистины прям сильные. Ну, как вы считаете, во втором тайме будут голы? Я думаю, мы забьем. Каким будет счет? Ну, 1-0, там минимально будет. Они прям сильные оба. Вы на все матчи ходите? Это уже четвертый матч. Что пожелаете команде? Успехов дальнейших, чтобы мы вышли в высшую лигу. Смотрели первый тайм? Как он вам? Страшно, конечно. Ну, я думаю, мы справимся. Мы во втором тайме, мы думаю, победим. Поддерживаем. Мы всеми силами поддерживаем, как можем. Наш «Нарт» любимый. А вы на каждый матч ходите? Да, да. Мы на каждый ходим. Всегда переживаем. Но всегда выигрываем. Второй тайм начался и не заставил долго ждать зрителей. Любимый «Нарт» на 53-й минуте при слаженной работе команды гол в сетке забивает Шихамир Исаев. Ну а под занавес матча гол забивает Дмитрий Михайлов. Болельщики ликуют и скандируют «Ура, Нарт!». На такой красивой ноте завершился первый этап чемпионата в третьем дивизионе зоны ЮФО и КФО. А 16 и 23 сентября состоятся финальные матчи Кубка КФК «Юг-2023». Наши ребята на выезде встретятся с командой «Мартан» из Чеченской Республики. Все болеем за «Нарт». Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ашибоков, «Вести», Карачаево, Черкесия.